Дом на Галактионовской, где обрушилась стена, начинают готовить к восстановлению. Сейчас специалисты разбирают крышу. Это необходимо для того, чтобы предотвратить угрозу дальнейшего обрушения. На завтра запланировано со стороны улицы Галактионовской установка металлических конструкций, которыми будет укрепляться фасад здания, для того, чтобы уже в полном объеме завершить разбор стены, которая сейчас нависает. После полного устранения угрозы обрушения специалисты приступят к детальному обследованию здания. Будет сделан проект с экспертизы, и я думаю, к концу года мы все процедуры конкурсные проведем и начать восстанавливать дом. До середины октября строителям предстоит проверить фундамент и подвальные помещения. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.